Главным событием недели с 12 по 18 февраля для всех нас будет солнечное затмение, которое состоится 15 февраля 2018 года. Также мы все с вами, Козероги, все еще находимся в коридоре затмений. И поэтому я хочу напомнить вам о главном, Козероге. Нельзя в период коридора затмений принимать какие-либо решения. Нельзя ссориться. Нельзя выяснять отношения, нельзя менять что-то или проявлять гордыню и алчность. А также в этот период нельзя отказываться от всех, чтобы работать в одиночку. В дни коридора затмений наш рассудок помутнен, и мы не можем адекватно воспринимать ситуацию. Мы все становимся более эмоциональными и менее рассудительными, к сожалению. И если в этот период, Козероги, пострадали ваши отношения, то не спешите сейчас ставить на них точку. Возможно, что это все же просто переход на совсем другой уровень общения. Или вам дают возможность все сделать по-другому. Не нужно планировать на эти дни никаких изменений в своем бизнесе. Это очень рискованный период. А в сами дни затмения важно не заниматься никакими важными делами. Внимательно сейчас, Козероги, следите за всеми событиями этого периода и анализируйте их, и размышляйте о своей жизни. Этот период связан с новыми начинаниями, но не все так просто сейчас. Не стоит спешить, поскольку в дальнейшем могут показаться различные подводные камни. В этот период у всех появляется мечтательность, а нужно быть, наоборот, более рассудительным. Обязательно замечайте любые детали в разговорах, Козероги. Будьте вежливы и соблюдайте дистанцию. Сейчас многих может потянуть на сомнительные средства для достижения своей цели, но это обязательно в дальнейшем приведет вас к потерям. Также следует очень внимательно относиться ко всем предложениям, которые будут поступать к вам в этот период, чтобы не стать жертвой обмана или мошенничества. Лучше всего в коридор затмений заняться созиданием. И если сейчас правильно подойти к процессу, Козероги, то вы сможете хорошенько подзарядиться положительной космической энергией, а заодно и создать что-то очень полезное. Если вы творческая личность, Козероги, то для вас открыты все возможности для созидания настоящих шедевров сейчас. Вы, например, можете написать картину или написать гениальное стихотворение, а также вы просто можете изобрести вечный двигатель. Предела для творческих людей в этот период просто не существует. Ну а если вы все-таки не относитесь к этой категории людей, то тоже не стоит отчаиваться. Значит, у Вселенной для вас припасено множество других интересных сюрпризов. Просто их необходимо увидеть, заметить, а также необходимо воспользоваться этим предложением. Сейчас удачное время для медитации. Медитации для самопознания, для поиска самого себя, для поиска своих духовных путей, а также для поиска решений каких-либо проблем и разрушения психологических барьеров. После проведения медитации в период затмений вы сможете лучше понимать себя, понимать свои истинные стремления и окончательно сможете определиться со своим жизненным предназначением и понять, кто же вы. Сейчас хорошо прощаться с негативными программами из прошлого. Этот лунно-солнечный коридор отличается возможностью отработать кармические проблемы по материнскому роду. То есть сейчас можно выявить и избавиться от программ по женской линии, которые мешали вам полноценно реализовываться, которые мешали вам жить благополучно и без финансовых проблем. Этот период очень хорош для построения стратегических планов. Планов от 1 года до 18 лет, а также вы можете подкорректировать ранее созданные проекты. В
период коридора затмений космическая энергия настолько сконцентрирована и управляема, что глупо было бы отказываться от такой возможности реализовать свои грандиозные желания, Козероги. Но в этом случае, Козероги, вам необходимо для достижения нужного результата или хотя бы результата, который максимально приближен к нему, как можно отчетливее прорисовывайте каждую деталь своей мечты. То есть, это значит, что ваши планы должны быть не только оформлены записями на бумаге, но и каждый пункт этого плана должен быть подкреплен четко прорисованной визуальной картинкой. И чем детальнее прорисована картинка, тем проще и меньше энергии потребуется вам для ее воплощения в будущем. Солнечное затмение 15 февраля 2018 года произойдет в доме денег Козерога. Также этот дом касается личных финансов, доходов и покупок Козерога. Точка затмения в соединении с Меркурием, управителем вашего дома работы, что говорит о возможности роста дохода благодаря внедрению неких новшеств Козероги в профессиональной области. Некоторые из Козерогов решат сейчас приступить к поискам нового и более высокооплачиваемого места работы. В этот период у Козерогов возможны расходы или какие-то потери из-за друзей. Или начатый прежде проект может потребовать больше финансовых вливаний, чем вы предполагали в начале, Козероги. Вблизи даты затмений лучше не принимать никаких финансовых решений, так как будет очень высока тенденция к завышенным тратам, Козероги. Важные покупки и важные расходы вам, Козероги, лучше запланировать на период после 18 февраля. Второй дом Козерога – это, Козероги, также ваши навыки, ваши таланты, ваше умение делать что-то, то, что вы можете конвертировать в оплату за ваши умения. И в это время, Козероги, кто-то из вашего окружения или из ваших друзей может показать вам на возможность какого-то нового способа заработка для вас. Не забываем, что в день солнечного затмения 15 февраля не подходит для ответственных дел, для дорогостоящих покупок, для важных встреч, для поездок, а также 3 дня до и после этой даты. По возможности, Козероги, постарайтесь перенести эти мероприятия на другое время. Затмение Солнца всегда сеют семена грядущих событий. Они закладывают программу будущего. Используйте эту мощную космическую энергию, Козероги, чтобы заложить свою личную программу. Солнечное затмение является, по сути, новолунием. Поэтому хорошо в такой день проводить ритуал новолуния, ритуал на исполнение желаний. Загадайте сейчас желание, Козероги, и оно получит звездный импульс. А результаты могут прийти в течение 6 последующих месяцев. В течение всей этой недели Козероги будут ориентированы на решение материальных и финансовых вопросов. Поэтому личная жизнь не слишком будет интересовать на этой неделе Козерогов. Но благодаря интеллектуальному подходу и энергичным усилиям вы, Козероги, будете способны повысить свой уровень доходов. А ваше профессиональное мастерство на этой неделе заметно повысится. Также в ваше распоряжение в этот период могут поступить деньги от ваших родственников, Козероги. Так или иначе, но у вас на этой неделе появятся дополнительные финансовые возможности, Козероги, для каких-либо покупок. Отношения в семье у Козерогов на этой неделе будут доброжелательны. Кроме того, звезды советуют вам, Козероги, держите под личным контролем наиболее важные дела. Ведь никто, кроме вас, Козероги, не может знать, как правильнее поступить в той или иной ситуации. А в конце недели, Козероги, обязательно воздержитесь от доверительного общения со случайными знакомыми
или случайными попутчиками. И не рассказывайте никому, Козероги, о своей личной жизни, иначе ваши слова могут быть использованы против вас. Влюбленные Козероги на этой неделе будут очень осторожно шагать по воображаемому минному полю и ждать отовсюду очередного подвоха. Но как раз на этой неделе подобная осмотрительность будет как нельзя кстати, так как в самом деле в любой момент на этой неделе могут возникнуть осложнения. Такие осложнения, которые вы так ненавидите, Козероги. Некоторые Козероги на этой неделе будут размышлять и строить планы на свою дальнейшую жизнь. А кому-то из Козерогов сейчас придется выбрать одного партнера между вашими несколькими поклонниками. Однако вам, Козероги, все-таки не стоит на этой неделе полностью отказываться от приключений и лишать себя удовольствия. И если хотите любовных побед, Козероги, то будьте наготове на этой неделе к какому-то сюрпризу или к какому-то искусному маневру. А наиболее гармоничные дни для вас, Козероги, будут 12, 16 и 17 февраля. Совет Козерогам на неделю с 12 по 18 февраля. Вы, Козероги, находитесь сейчас в процессе обдумывания проекта. Вы словно на перекрестке и решаете, какое же вам выбрать направление, Козероги. И из-за этого у вас возникают колебания и задержка вашего движения. Главное, чтобы ваши далеко идущие планы, Козероги, так и не остались всего лишь планами. Поэтому соотносите ситуацию и свои возможности, Козероги. Оценивайте все перспективы и решайте уже хоть что-нибудь.